Вот что говорят по поводу ЧП в Нижневартовске очевидцы. Это эвакуированные жители пострадавшего дома 6А по улице Мира, а также соседней многоэтажки под номером 4А. Услышал просто грохот надо мной. В этот момент почувствовал газ, и буквально за 5 секунд произошел взрыв. Я находился в этот момент в туалете, и сосед мне помог вылезти оттуда. Все, вышел на улицу, увидел просто, что второй этаж весь разорванный. А сами пострадали? Нет? Ну, сам отделался небольшими ушибами, и все. Мы с детьми проводили уборку в квартире, дети пылесосили, мы убирались, и как раз тут такой взрыв сильный прям был, и аж зеркало, ребенок говорит, пошатнулось, ну, затрясло зеркало. Ну, ребенок даже испугался, один из четверых, у меня четверо детей были дома, вот, он прям это уши закрыл и прям так вот, ну, упал, и, ну, не знал, что это будет. Вот, а я говорю, успокойтесь, сейчас я посмотрю, выглянула, посмотрела, что там, ну, столпотворение людей, и все, я оделась, вышла на улицу. Ну, когда вышла, все поняла, как бы там, ну, ужас, конечно, прям взрыв такой сильный, крики, вопли, все бегали. Буквально через час зашли сотрудники полиции, сказали, собирайтесь, вот теплые вещи, берите документы и уходите все на улицу. Меня дома не было в этот момент. Я просто-напросто вообще вышла с друзьями в кино, мне потом скидывают знакомые записи о том, что взорвался дом. Звонит тут же папа в панике, в истерике. Я ему отвечаю, говорю, что все нормально, приезжаем по факту, уже все, это нас не пускают в квартиру. Я не понял, сперва произошел такой, ну, сильный, как удар, такой, как... Стены все задребезжали, все, я в окно посмотрел, ну, работали, ну, сирены на машинах, вот, и я тут же вышел на улицу. Люди там, кто-то кричал, кто-то, ну, именно из подъезда, что там заблокировали двери, там не могли, ну, и тут же подъехала пожарная, буквально там через пару минут. Мы с 4А, мы рядышком. Мы просто слышали грохот этот, грохот, все, а видеть мы это не видели. Нас эвакуировали, потому что там крыша, у нас крыши же соединенные.